дорогое оружие. Я семерых ляхом положил, а такого оружия еще не видел. Кинь в свободе! Вина! Пес мердящий я! Пошла! Куриной убит! Сами, браты! Куриной убит! Дмитрович убит! Выберем нового Куриного! А чем деньги Куриной? А и правда! Ульбенко в Куриное! Ульбенко! Со мной! Айда! Наша победа, батько. Но нет, еще не совсем победа. Совершил он поход. Славнее всех был поход к Анатолийским берегам. Много набрали они тогда цехины и всяких убранств. И славили долго потом бандуристы и удачливость казаков. Сильный был казак Масишула. Не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Выбрали бы его в кошевые, да совсем был чудной казак. Пропил он и прогулял все, всем задолжал на сечи. И в прибавку к тому ночью утащил из чужого куреня всю казацкую сбрую, изложил сынкарю. И такое позорное дело, привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял его руку, помня прежние его заслуги.
Татков был казак, Масишин. Бьются казаки, но уже Задорожный убит, и Кошевой Наливайко убит, и Писаренко убит, и другой Писаренко, и третий Писаренко тоже убит. Но бьются казаки из последних сил. Батько! Верхи, стоп!